Приветствую всех на канале Кумблок. Мы сегодня смотрим, как рожает Молли Баллон. Молли Баллон – это живородящая рыбка, которая рожает так же, как гуппи, меченосец, пицилия. Некоторые не замечают, откуда берутся мальки, но на самом деле рыбка как бы большая, у нее есть баллон, и человек думает, что она просто такая сама по себе. Родив, мальков сразу поедают. А владелец, например, не знает о том, что рыба родила, и мальков нету. Так что если вы хотите, чтобы ваша молли родила и вы ждете мальков, то нужно обязательно смотреть, чтобы они были живы. И следить за этим. Потому что рыбы едят своих детей. А на этом видео подошел к концу. Мальков около 50 штук. Если видео понравилось, ставим лайк, подписываемся. Ставим на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И обязательно подписываемся в группу ВКонтакте. И участвуем в конкурсе. Если конкурс закончился, то значит новый начался. Всем пока!